На него можно наступать. Что, правда? Да. Когда-нибудь он заработает, и ты точно так же наступишь. И придется трэш слить. Напоминаю, сейчас босс будет Хадир. На протяжении всего утра всем классам, вообще всем абсолютно, даже танкам, надо двигаться. Постоянно будет движение. Иначе вы заморозитесь. Так где в кружочке? По идее, я не должен согреть сугробы. Если я не даун, конечно. Не точно. Так, во время трая будет три положительных бафа. Это грозовая тучка, бучик с неба и костер. Весь рейд, включая хилов и танков, все эти бафы собираете. Так уж сагрели. Мёртвые у нас говорят, второй сугроб сагрил. Ну ничего страшного. Время и так полдесятого, мы же никуда не торопимся. Потом у босса возвращайтесь, у нас тут много трэша, помогает убить. Что еще по боссу не рассказал, пока шел, вспоминайте. Будет две метки, большая метка и маленькая. С маленьких меток, которые будут с неба падать, глыбы такие, с них постоянно выбегаете, нельзя стоять. Метку видели, отошли. Большая метка, большая. Мы сначала выходим, приземляется кусок такой, почва образуется, по моей команде заходим в большие метки. Все. В большие заходим еще раз только по команде, от мелких отбегаем всегда. Тут один танк только без фриз. Кому почту? Ходите тебе почту. Знаете, слева почту. Ставьте шкаф, присмотрим там ребят. Фейкаст и кто-то там еще Акетлайф. Присмотрим и начинаем. Они уже здесь. Бафом кому чуть не хватает, пишите. Чек на готовность. Давай, Little Gates. Чего не хватает? Графит, что у тебя там? Случайно я нажал, готов, готов. Ну все, пойдемте, Ice Freeze, иди босса танчи, сейчас появятся склепы, все РДДшки, милики, заливаем вспышки вот эти. Сначала вспышки бьем, потом уже только босс. Движение, движение. Вот видите маленькие меточки? В них ни в коем случае наступать нельзя. Постоянно в движении. Графит получает дебаф, филипец получает дебаф. Двигайте. Если вы дебаф получили, значит вам нужно двигаться. Грозовая туча. Альтея. Все бегайте в кружке, получайте дебафы. Хорошие. Теперь я просто нову. Пацаны, давайте. Лучик с неба зашли. Если вышли, боссом для миликов, лучик с неба хороший, постоянно в движении, дебаф не получаем. Внимание, скоро будет большие метки, надо будет выбежать, по моей команде забежать. Выбегаем с больших меток, недалеко, недалеко. Возможности можете в лучик встать, если он в вашем сугробе находится. Блин, камера сломалась. Он у меня тоже сам. Так, три лучика, ох, как хорошо, там очень много урона. Заходите в лучки. За агро следите, ребят. Если получаете дебаф, напоминаю, вам нужно двигаться постоянно.
Грозовая тучка, сейчас по рейду разнесу. Вот костер стоит рядом с кружочком. С больших меток выбежали. Бежали. И в эти вот лучики с неба встали, кто с гроба. Иди, босса, вот в ледяные вспышки и массу туда дали. Подведи босса в ледяные вспышки. Лики тебя их забьют. Невероятно. Похолодание, молодцы. Ну тупо целую. Что-то я не понял, что произошло. Сейчас нужен один танк, кто-нибудь спекнитесь. Калки были. А, сейчас все равно три танка придется, наверное, убирать. Сейчас танков дождем и будем трэш убивать. Чат комбат висит. А это диспеллится этот мороз? Ну диспеллится только просто нова, а дебаф, который на тебя вешается, нет. То есть все бегали. Ройте защитников. Ну что, у нас айкенфрис, айсфрис тут, точнее, хилы вроде тут. Поехали. Хитрый сбил. Блин, этих мобов надо слить одновременно, иначе там у одного из них... Смотрите, берите. Видите, у кого больше хп? Одновременно надо мобов слить. По боку. Но они, по-моему, не слышат, я не знаю. Да не, нормально, выровнено. Так он будет висеть, да. Очень интересно. Мне кажется, это если добавим, потому что он берстает 54 минуты пока сбит. Там сначала быстрое убийство, а чё было, а сейчас берсерк. Чё ты не помнишь? Не знаю, почему бой и почему берсада написано. Сейчас схожу в туннель, посмотрю, может, мобов там сидели. Да я сейчас этот, я сейчас диван дам, просто поднимите вот это. Так кто-то без... Перед Торимом... Поставьте шкаф, на нем кого-то там, кого Шизара. Пропал бой? Нет, да, вроде да. У меня нет боя, я решу. Бой не пропал, я вам предлагаю, может, умереть сейчас на этом трэше, треснуться и нормально пойти без боя дальше. Что-то какая-то порнография. Да, там иногда из сугробов выходит моб, но он стоит на месте, просто сагрился и стоит. Не, я всех заливал, всех подряд.
Ой, висит, я вас не могу резать, если что. Ну я могу резать. Ну дайте БР, я шкаф поставлю. Не надо БР, давайте я режу. Не, опять бойся. Подождать. Так у нас и калка не в танке. Вот в чем проблема. Ну тут три танка надо. Да, какого чувака вы хотите? Конечно, поедем. Пошли, пошли к Фрею, упадем там на трэш. Нахуя к Фрею, а это что, не трэш? Вот здесь вот по очереди трэш. Забегаете. От этого трэша ты полгода будешь умирать. Да ты по одному забегать. По борду надо встать просто в одну точку и все. В одну точку и все. Сань, это кто это? Хоть скотина, блин. Ну, можете под тем умереть. Главное, не сагрите, ну, в смысле, не запустите босса. Может, без смертей сейчас получится сделать. Так что вы там падаете? Заходите, заходите. Не заходите, да, заходите, если мы уходим, конечно. А, стоял лучше тут, стою. Какой-то шаман хилит. Черный лимон. А что вы смотрите по истории? Моё не лопнуло! У тебя Ice Freeze есть PvP шмот на устойчивости? Нахуя? Нахуя? Фигенная штука на этого босса, чтобы он не ваншотал. Спасет его этот шмот, спасет его этот шмот. Не, спасет, спасет. Говорят, он сильно спасает. Да не, хуйня, почему не хуйня? Не знаю, Джерри он говорил, что прям тащит на этом боссе. Не знаю, что он говорил, у меня мувик есть, где он упал, блять, в этом шмоте. Да ладно. Значит, тут тяжки не было, потому что... Это который Джерри, он не падает. Джерри, он ведь нет. Потому что мы проверяли тогда в рейде на 25-ке. Под ДЦ и под одной дефобилкой он не падает. Без балансирующего не ваншотает. ПВПшный шмот. А вы бессмертных хотите? Ну да. Ну там, да, шанат. Было бы неплохо. Ну что же делать тогда нормально, я ДЦ-шкой был, там сколько, 2 или 3 танка было на РНЖ, милики курили, все сделали. У нас 7 паладинов в рейде, там 5 варов. Придется весь рейд курить. Помните, там тоже очень легко сдохнуть, там надо хорошего танка отправить и крауда обязательно, чтобы он напулил. Комнату надо отправлять те классы, которые контролят. Это друид, хант, маг. Чтобы они по одному трэшу только убивали. Все. Все, изи там проходится. ТП куда? В галерею? Ну, давайте. Смотрите, в комнату. В комнату пойдет Ice Freeze. Я пойду хилить. Потом пойдет Шизар, Крауд. Кого еще можно? Англиф давай пускай. И нормально, мы там быстро все убьем. Кас, хилом кто? Ну, я пойду хилом. Окей. Я же совой иду, там же как вроде же совой была. Да, да, совой. У кого есть, поставьте. Шутку поставьте. Ну все, все остальные тогда на арене остаются в кружке. Ну на тиры. Все по ачивкам будем делать. Ну, без смертей давай попробуем. Ну, миликов много, сразу предупреждаю, вряд ли получится. ДЦ у нас есть? У нас Филипец. Филипец спать не здесь, в ДЦ.
смотрите, прямо сейчас расходитесь на рейндж. Я ставлю метку, треугольник, дайте магии овцу по треугольнику. Прямо сейчас расходитесь на рейндж и набирайте рейндж от центра. Как раньше сурка, помните, били в 25 гиря на рейндже 10-12 метров. Вот все расходитесь на рейндж между собой. И все. И когда... Танком или ретриком? Да-да-да, даже танки набирают рейнджу. Милики, теперь смотрите внимательно. Если вас много, вы не подходите, стойте у стенки, тупо курите и все. В центре у нас будет стоять только босс, два танка и пара милика. Все, больше никого не надо. Ну, а главное, рейндж на этом боссе. Запоминайте места, где вы стоите, и начинайте босса этого моба бить. Сливайте его. Потом в комнату заходит, подходите. В моей команде, как босса спустим, вы выйдете на рейндж, как сейчас стояли. Подходите в центр. Кто в кишку уходит, рычаг жмите, не стойте, ребята, рычаг. Все. Подходите в центр сюда, кто там стоит? Фромер. Тут лишний вар зашел зачем-то, ну ладно. Все, сейчас... Бетельгейз зачем ты пошел? Вот Бетельгейз сейчас сдохнет, я уверен. Сейчас стойте все в центре, кто на арене. Напомни на него, крафт. Пэш. Это и дело. Я не знаю. Я же сказал, кто заходит, зачем еще пошли лишние? Направо. Он просто в аркад не заходит. Так, короче. Где-то дельный кадр. Блин, сейчас выйдет защитник, вот. Приоритет защитник на арене, ребята. Бейте сначала защитника. Завоевателя. Максимально быстро. Нос зачем-то сюда пошел. Так, стойте в центре. Экстрим, как говорит ФК. Следующий трэш выйдет защитник. Максимально быстро переключимся в него. Для этого моба готовьтесь. Так, калка, дашь стан? Есть у тебя точечный стан? Защитник. У меня есть. Да. Все, калка, отдавай стан. Нику, играем, все защитники. В комнате там не торопитесь, тихонько идите. Блин. О, найс. Брат, сочи вы. Что, вдох кто-то, да? Ну, ладно. Да, он. Потому что 18 тысяч раз одно и то же люди делают. Зачем сразу вливаться в трэш? Объясни мне. Можно подождать. Так его защитник убил. Кого защитник убил? Какая разница, что его убил, в комнате ни одного на полу. Кружочек бейте, точечно. Стоим, ждем. Кружочек точечно бейте, остальных массой заливайте. Ну, вы можете спрыгнуть, я запущу. В любом случае, сейчас все равно расходитесь на рейндж. Независимо от того, что уже очки будет. Этот рейндж доливайте, все, расходились на рейндж, готовься там танка пулить. Пуль давай. Не, подождите, в прошлый раз то же самое, 5 секунд еще дополнительно, сверхвремени, чтобы анимация каста пошла. Точно, все правильно, я забыл про тебя. Бейте защитника, значит. Вернитесь сейчас в центр. Подождем 10 секунд, сейчас этот рейндж солем и будем огни. Этот раз заливайте и будем спускать. Пока подожди, не один. Все, давай, агрейнеры, сходите на рейндж. Так, может, не стой под молнией, хотя бы сделаем. Я сокрушу вас всех! Ну, я не думаю, что... Ну, давай попробуем. Сейчас поставлю на себе метку. Значит... Сейчас все должны будут отбежать метку в... Жочек. Да-да-да, кружок. Не в кружок. Танк спиной. К молнии. Все Пис. В кружок. Ой, иди. О, сейчас фанер запорит. Кто там? Это вот земли кик. Да-да-да-да. Где? Сделали все ачивы, отлично. То, что хотели.
Я не понимаю, почему еще три человека вошло в комнату. Нос, Бетельгейс, Вар этот, его Polar Region, я не говорил. Да потому что они не веркапали. Кнос уже сколько раз косяков было занят. А он Силка тоже косячил? Так Силка и были косячи. Силка он вообще исполнял, пиздец. Особенно на Синдре. Он вообще в РК нет? Он вообще заходил когда-нибудь в РК? Он заходил, да. Он заходил точно. Он отвечал в чём-то время. Не знаю, как сейчас. А я сейчас... Так, когда мы были, он был в РК. Хрена он дает, по щиты не успеваю раскидывать. А закончилось. Держите мечи, я сдаюсь. Почти все чувки сделали. Нет, наша цель была вот сделать как раз вот эти вот ачивки вот этим вот людям. Миссия выполнена. Ладно, мне надо идти, яйца. Сейчас Фрея, два танка. Белли на яйца, Фрис. Подходите, ждем. Не будем торшить. Либо мнение. Кнос пишет всем спасибо, но завтра на работу. Кнос уходит, какая жалость. Правильно, крадываться надо. Да, он бы, наверное, исполнял все это на этом. Шансы на выполнение ачивки повышаются. Какой фрейсер, Ханбрути? Давайте как этот, в РСке. Айс Фрикс, утягивай кружок, Белин, забирай всех остальных. Все, эти классы передавайте. То же самое. Кружочек утягиваем, остальное трэш-масс. Как анбавка, да, в общем-то? Спальте. Мурод. Может, зависимся, если стоять? Я говорю, подождите, сейчас приведу вам трэш. К ним фубейте. Сейчас босс уйдет, траж зачистим. Смотрите, что по бафам не хватало. Поехали, все то же самое. Метку из Ре и из трэша. Валим плеточников. Этих массов давайте. Графит поставь сейчас. Так. На нем Грифилдс.
на этом боссе три варианта. Либо грибы плиточники, или как-то хватополеты, как-то так. Мы просто бьем босса. Я все озвучу. А если дерево большое вылазит, значит прячемся под грибы. Если элементали, продолжаем бить босса. Мы идеально, чтобы цветки вылезли. Так, все. Давайте чекаю. Извини, Ваня, внимательно, все нормально будет, боссу убьем. Просто дашь с пула. Да, погнали. Танч. Отводи трэш в сторонку, блин. Посты там, что-то луч света или как-то так он называется. Надо будет забить. Как это тебе? Дело ответственное поручение. Дар будет, надо будет его слить быстро. Да, ДКшка притянет вторая, да. Где он? Вон он, далеко. Бьем, слей. Максимально быстро надо, да. Сейчас каст, но вы не стопайте, я прожму мастера. Делайте босс, все надо. Один из самых сложных боссов в Удуаре. Благодарю вас, герой. Короче, рецепт. Портал из кровоображения. Только алхимики ролите. Один хватит? Да нет. Я верю. Джеррион заходит онлайн. Наверное, он хочет башку поролить на своего рогу. Он не сможет ролить. Конечно, не сможет, но мы-то ему об этом не скажем. Покоритель. Я ставлю метки, каких мобов забираешь. Тех дальних бой висит. Убьем их в последнюю очередь перед боссом. Корольте защитника. Только метки агрите. Это очень важно. Туда кнопки не ходите. Все, отлично, ставьте шкаф, сейчас прессуваним всех и добьем оставшийся трэш. Подожди, не агри пока. Что дела? Лайт режим? Можем попробовать сделать вот эту вот штуку. Мину не взорвать. Да, у нас как раз 100 паладинов можно и сделать. Ну давайте. Так, Машулинка и так, кто у нас? И Калок. Вы на первой фазе прожмете баблы. Машулинка, вот смотри, видишь, мы сейчас стоим в метке, смотришь на босса, ты соберешь по левую сторону до кнопки, а Калок ты по правую. По какой кнопке? Давай я прожму. Давай Белинку прожмёт баблы, допустим. Были? Да. Ну прожми ты. Так. И тогда получается что? Соберешь мины, потом мы не успеем босса перевести, все равно будут вторые мины. Я тогда прожму баббл и соберу вторые мины. Так, на четвертой фазе Фромер. Прожмешь бабл, соберешь минки, будем все на месте стоять, никто не будет двигаться, и просвещенный. Просвещенный и Фромер, вы знаете, что тут делать надо? Так, ладно. Ладно, понял.
Камышуленька, ты знаешь на четвертой фазе, когда там мины надо взрывать? Нет. Отлично. Будете учиться. Так, смотрите, значит, еще раз на первой фазе Белин прижимаешь ты бабл, собираешь минки. Затем под конец первой фазы прижимаю бабл, я собираю оставшиеся, когда они выйдут. На четвертой фазе Фромер по моей команде прижмешь бабл. Можно я на первой фазе? Я поняла, что делать надо. Как было, как это я? Нет, ты на четвертой прижмешь бабл вместе с Фромером. Надо будет мини собрать? Да. Вы просто жмете бабл и пробегаетесь по минам. Все, ничего сложного нет. Фромер, ты понял? Фромер. В моей команде на четвертой фазе, да, прожмешь бабл и побежишь по минам. Все. Сложного нет. Сейчас весь рейд стоит в метке. Кружочки. Там Джерри на бафните. Он там просит горн, кулак. Бафнул. Ну, готов, Жирин? Создали. Так, у нас все, по идее, готовы. Милики, вы сейчас босса будете бить, но по моей команде вернетесь сюда, обратно в кружочек. Все, у нас все готовы. Идите, начинайте. Такая идея, начинай. Идите внимательно под ноги. Бегайте только там, где мины взорвали. Идите, милики, под босса. Как только мины выйдут, вы стоите на месте, не двигаетесь. Забери босса, поставь его обратно в центр. Все, сейчас будут мины, готовьтесь, кто там взрывает. Вот, давай, взрывай. Не двигайтесь, стойте на месте. Только под болтом. Все, сейчас, милики, убегайте сюда в рейд. Убегайте, сейчас будет скоро шоковый. Все, отбежали. Отбежали. Все, вернулись. Просто милики сейчас не будут бить. Там, ну да, милики, не бейте, видите обратно в кружочек, сюда, где начинали. Милики ушли, все милики ушли. Не бейте босса, РДДшки добьют. Быстрее, 5 секунд. Мины 3 секунды. Мины 3 секунды. Кстати, все на месте. Я под баблом пойду взорву. Они же пропали бы. Точно, ну да, на всякий случай. Все, иди, Айсфрис, сюда, иди к нам. Тебя сейчас откинет, не дай бог, на мину. Фромер и Машуленька, вы поняли, что на четвертой фазе делаете? Вот такие же мины появляются вокруг босса, весь рейд стоит на месте. Вы прожимаете бабл и по этим минам пробегаетесь. Их надо собрать все, вас двое, не дай бог, не соберете. Только сначала прожмите бабл, а потом бегите, а не одновременно. Все, подходите в центр, сейчас вторая фаза начнется. Стойте все в кружочке. Крылья тоже не отдавайте на третьей фазе, а то бабл не прожмется. Конечно, да. Это очень важно. Сейчас босс появится, начинаем босса бить. Пока ничего сложного. Скоро будет красная метка, из нее надо будет выйти. Вот, Саваш и Зар, побежали. Давайте подходим под босса, бьем. Сейчас скоро будет обстрел. Надо будет забежать за спину. Бьем, добиваем босса, стоим на месте, успеем. Молодцы. Голова появится очень быстро, буквально через 3 секунды. Внимательно смотрите и начинайте сразу в нее играть. Напоминаю, сейчас переведем на другую фазу. Все возвращайтесь в кружочек, откуда начинали бить. Все делаем то же самое, что и на первой фазе. Милики, смотрите. Вы все тоже пойдете под босса, будете босса бить. Как мины появятся, вы все стоите на месте. Паладины соберут, минки взорвут. Нет, третья фаза — это когда он вместе соберется в белорусский трактор. Все части выбраны, это четвертая фаза, сама последняя.
Сейчас пока ничего взрывать, ничего жать не надо. Сейчас пока просто башку бейте. Снимайте голову. Да-да-да, все, идите в кружочек все. Вообще весь рейд идите в кружок. Ай, добивайте этот трэш. Быстрее-быстрее весь трэш добивайте. Айс фриз вставай в центр. Все то же самое, что на первой фазе сейчас будет. Штурмового слить, нафиг он нам нужен. Да. Рост как откадешится, шаманы там сами видите. Смотрите, весь рейд бьет тело. Милики, играйте через массу. I can fly, Betelgeuse, Крауд, вы играете в голову. Все, весь рейд играет в тело. Все, стоим на месте. Стоим на месте. Пайрост. Все, и делаем то, что я сказал. Я скажу, прожмешь бабл, соберешь минки. Все части нужно слить одновременно. Если что, сами переключайтесь там, смотрите. Пока стоим на месте. Так, паладины, готовьтесь. Жмите баблы, собирайте мины. Собирайте мины под баблом. Да быстрее, быстрее. Из метки вышли, ребят. Бейте, бейте, бейте босса. Убивайте босса. Я завис. Это не мина. Это, да. Это там другое. Нифига себе, сделали ачивку. Нелегкую. Ну еще плюс почти без смертей. А ты, как он сдох-то, я не понял. Он в ракете, он... Ракеты. А что ты, ёб... Один-единственный сдох. А-а-а. Ну-ка, цвети, братан, с ачивкой. Короче, завоеватели. Вот смотрите, зато какие плюсы, когда 8 паладинов в рейде, да? Защитник король. Сейчас куда портал там? У нас обвалившаяся галерея, и как появились, поворачивайте направо, спускаетесь. Далее появились направо и вниз по лестнице. Вот если вы, конечно, натурал, не знаю, то может налево уйти. Хелема из фриза, там трэш такой сильненький, поэтому аккуратнее. Хризифилакс умирает. Это тоже на ачива? Стен. Ну тут все ачивки легкие. Если 7 паладинов. Ну там багришь, до хрена их. ДЦ еще нужен, наверное. Не знаю. Все заливают массы. Бабочки делать надо. С хранителями. Ну, да. Не, она и в хэме делается. Да мы и в хэме делали, я помню, с водилевами нас заливали. Там, скорее всего, упадем. Так и в обычке. Что само собой? Ну, само собой, если ее делать, то падает потом. Сейчас просто, когда на милика добавки нравится, еще дополнительная хрень, то что уешит, когда он при смерти очень сильно. Там все милики дохнут сразу. Так она же только ему увеличивает дамаг, получаемый. Да, по нему, там, считай, первого, там, 9 мобов, которым вешают на дебаф. Половина из них хотя бы на миликов кинется, минус 4-5 сразу. Рвение Сара, это разве этот кидает мобы? Вроде, да. Что за добавки на это? Не слышно? Да, сейчас все стойте в кружочке, никто не спускаться, кроме двух танков. Вниз только два танка, все, остальные стойте наверху, заливайте трэш массы. Да,
Таликум умирает, скорее всего. Еще секунду три поживет. Сейчас сместились, только там под ногами дыра, аккуратнее. Давайте в кружочек все встали. Идите сюда, оставшись крыш. В шке все стоите. Ой. Че было? И обратно бегите, я не достаю до вас танки. Так, кстати, нормально. Ближе, пожалуйста, магия не ближе, ближе, ближе. Кризифилакса тоже хилим. Героически спустился вниз по танчике. Наверное, хочет доп ЕП. Ну все, пойдемте вниз. Опасность миновала. Агрим стражников у босса. Я пока не могу прочитать это заклинание. Какие-нибудь эксклюзивные очки, кому надо. Тени фобии только. Сколько у нас пользуется? Два бомба. Давайте не фобию попробуем тут. Нормальный РДД вроде. Я пока... Значит, третий РДД. Пока... Дам две метки и расскажу, что делать. Будет две метки. Звезда и кружочек. Теперь смотрите. Ваня, давай ты слева, Вой, ты справа. Теперь в кружочек идут следующие ники. Альтея, Графит, Крауд, Глоттербол. Все. Теперь в звезду, Слава, иди на раньше встань. Сейчас сразу, чтобы люди запомнили, что они там делают. Теперь в звезду Элистер. Ты что, все что ли? РДДшки. Саншу давай. Кто еще остался из РДД, кого не назвал? Бетельгейс, Айкенфлай. Битлгейс, Акинфлай тоже в звездочку идите. Так, итого у нас... Так, Пеппер будет под боссом, буду хилить. Те мелики тоже будут под боссом. Теперь смотрите. Так, в кружочке нужен, чтобы один хил был. Это у нас будет шаман Черный Лимон, иди в кружочек. Да, ты уже тут стоишь, вижу. Я в кружочке стою. Так, вот это. Третья, четвертая пати. Вот третья это кружок, четвертая это. Посмотри, Черный Лимон, ты иди в звезду. Будешь хилить ребят, до кого достаешь? Всех, кроме танка. Там Саншу да. Хилит. Там же есть. Вдвоем похилят, ничего страшного. Теперь смотрите, все милики, включая танка, идите в кружок. Ой. В трусы. Сейчас я Ване дам кружок обратно. Сходили к боссу, только ничего не тыкайте, прям в ноги ему вставайте, вот как я. Да тут и стойте. Стоим в трусах, ничего не тыкаем. Стоим, ждем. Так, Акинфриз, за босса заходи. Да, все отлично, давай на исходку. Теперь, ребята, смотрите. Смысл босса. На протяжении всего трая в милике вы остаетесь на месте. Просто бьете босса. Кто на рейнже, кто выходил в звезду и в кружочек, вы будете убегать от копья. Будет такое копье лететь. Слушайте внимательно. Копье летит, вы отбегаете от того места, где вы стояли. Копье упало, вы в эту лужу забегаете и начинаете очень сильно бить. Только следите за агро, очень важно. Будет кидаться дебаф метка безликого, она хилит босса. Метка кидаться на рандомного игрока, кто на рейнже стоит. Поэтому вы, если маг, проживаете глыбу, если паладин, жмете бабл. Если ни к тому, ни к другому не относитесь, просто выбегайте с рейда максимально далеко, подхиливая себя при этом. Все, ничего сложного нет. Метки копья я буду анонсить.
А чё, когда можно это бить одиночно? Ну, без ауе бить сразу или можно? Нет, через какое-то время. Не, сейчас вы бьете как хотите. Просто главное слушать, что я говорю, и отбегать от копья. Все, тут ничего сложного нет. Ну, можно это постоянно бить его. Постоянно массой бейте, что хотите, все, ничего страшного. Давай, Акинфрис, начинай. Сейчас просто бейте босса. Через 4 секунды будет копье. Смотрим, сейчас босс будет копье кидать. Бежали, побежали, побежали, побежали. Чё? Так. Чё, вайпнемся? Зачем? Время только тратить. Бегайте снова. Вот бегайте. Все, вы уже забегайте обратно и начинайте бить. А, блять, сложно там. Ничего не понимаю. И звездочка учитесь. Так. Там звездочка просто на войде. Каз сбить. 5 звездочек побежали. Гаапати, Варенька. Так, сейчас готовьтесь. Опять Ваня, побежали. Бетелгейз глыбу жми. Бетелгейз глыбу не жмет. Черный лимон, подойди к боссу и хиль точечно танка, только танка. Да, Аману все посадил, когда он. Прям в ноги ему. Встань, не, ты неправильно стоишь, прям в ноги ему. Надеюсь, меня не слышно. Теперь слышно. Хреново. Так, кто может с миликов перейти на РДД? Давайте с этого начнем. Пожалуйста, побыстрее реагируйте. Я не хочу тут долго сидеть. Просто убьем и пойдем. Кто с миликов, с паладина, вот желательно, сможет зайти на РДД? Поставьте плюс в чат. Напишите, что... Я с фризбо штанчить. А не, блин, ты знаешь, что делать. Ты остаешься тоже на танке, желательно. Третий, четвертый, это те, кто знает, что в комнате делал. А, Хризифилус еще. Так можно. Альтея, ну будешь, значит, учиться, ничего там сложного нет. Так, а кто хилит комнату? Я. Отлично. Так, ну все, смотрите. Погоди, а калк у нас здесь будет в танке или что? Можно его в комнату вместо Альтеи, например, а тогда Фромер потанчит. Ну да, можно и так сделать, без разницы. Фромер, ты знаешь, как танчить тут на последней фазе? Фромер. А, у него нету танков, да, точно. Ну тогда калку придется танчить. Ну все, три танка тогда получается. Беллин, Айс Фрис и Калк. Что есть? Который может в комнату пойти. Кто? Или танч, без разницы. Экстримка. А, окей.
Давай тогда вместо альты. Ты знаешь тактику, нет? А что там делать? Там все было уже. Кто? Кто, кто, кто? Экстримка. Экстримка. Да, знаю. Да-да-да. Все отлично. Все, смотрите, все элементарно просто. Первая фаза, станем в метке. Я говорю ник. Человек этот, если в мире зоне, выбегает в метку. Там что-то рвение Сары как-то так называется. Ну все, вторая фаза у нас пошла, щупальца. Будут порталы. Порталы третья, четвертая. Третья группа слева, четвертая группа справа. Так, сейчас вас добавлю, секунду. Что у нас по четвертой фазе? Мне главное, чтобы танки поняли, что тут делать. Вы танчите трэш на четвертой фазе, на самой последней. Трэш уводите желательно вот поближе сюда к дверям. Ice Freeze, смотри, ты замедляешь, где-нибудь тут у дверки держишь, а два протопаладина стоят рядом с рейдом и забирают трэш на себя. Все, все очень просто. Паладины, вы вешаете красную шагу на мобов. Можете их ставить.